субботу. Художник должен жить так, чтобы соответствовать своему художественному кредо. Они были первыми рок-н-ролльщиками России. Публичное умирание, публичное выяснение отношений, разрывы, ссоры, любовные многоугольники. Они жили быстро и умирали молодыми. До 40 мало кто доживает, а до 50 единиц. Поэты и писатели Серебряного века. Блок растет из городского романса, Сологуб растет из городского романса. Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литература. В субботу в 6 вечера на RTVI. Чем общество закрытие, тем интенсивнее в нем борьба.